Атырауский суд санкционировал арест бывшего депутата парламента Казахстана Аманжана Рыскали, брата экс-главы региона Бергея Рыскалиева. Следствие подозревает его в приобретении в 2008 году мошенническим путем у строительной компании 9 квартир и причинении юридическому лицу материального ущерба на сумму 200 миллионов тенге. Как сообщается, дело возбуждено по пункту Б части 3 статьи 177 «Мошенничество». Арест санкционирован сроком на 2 месяца. В настоящее время правоохранительным органам неизвестно местонахождение Рыскали, поэтому обвинение предъявлено заочно. Напомню, скандал вокруг братьев Рыскалиевых начался после громкой отставки, по официальной версии, по состоянию здоровья Бергея Рыскалиева с поста акима Атырауской области, после чего в СМИ появилась информация, что он пытался бежать из страны и был задержан, после чего якобы был даже взят под домашний арест. Официально это силовики не подтверждали. Брат же Бергея Аманжан в сентябре не появлялся на работе в парламенте. Спустя несколько недель якобы добровольно сдал свой мандат. По некоторой информации, братья могли бежать в Лондон, где проживает семья Бергея Рыскалиева. По предположению отдельных экспертов, в верхах имел место некий торг. Глава администрации президента Аслан Мусин ушел в отставку с условием дать возможность покинуть страну Рыскалиевым. Экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева считают казначеем Аслана Мусина.